Яичница – блюдо, представляющее жареное яйцо с минимальным аккомпанементом. Традиционный завтрак в Великобритании и Ирландии – яичница с беконом. Испанская яичница huevos, huevos, может подаваться на лепешке. В русском языке различаются яичница глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым, и яичница болтунья, в которой яйца перемешиваются, что роднит ее с классическими французскими омлетами. Некоторое распространение имеет рецепт приготовления яичницы с поджаренными кружочками помидоров. При приготовлении в сковороде сначала на масле или ином жире поджариваются помидоры. Затем туда же добавляют сырые яйца в нужном количестве. Иногда в яичницу добавляют или подают с ней не только помидоры, но и твердый сыр, бекон, колбасу, обжаренное мясо, грибы, лук, тушеные овощи и многое другое в разных сочетаниях и вариантах. В русском языке существуют поговорки «Не путай божий дар с яичницей, не разбив яйца, яичницу не приготовить». В английском языке яичница глазунья называется «Sunny side up» – «Солнышко сверху».